С вами снова «Меж двух папоротников». В гостях у нас Пол Радд. Спасибо, Пол. И тебе. Пол не рад, человек-мудовей. У некоторых есть все. Внешность, талант. Как вам жить только со внешностью? Супер. Будь у вас другое лицо, чем бы вы занялись вместо кинокарьеры? Разгребали бы говно? Читал, вы хотите бросить все и исчезнуть. Где ты это читал? Да вот, сам и написал. Что лучше, сниматься в фильмах Марвел или в тех, про которые никто и не слышал? В фильмах Марвел. Вы когда приходите к преподавателю мастерства, говорите, я играю муравья, какие мои действия? Но преподавателя я перестал слушать. А, ну а мне непонятно. Я муравей. Какой совет вы дадите актеру, который хочет так же хорошо, как вы, скрывать, что он еврей? Я никогда не прятал того, что я еврей. Да. Иисус был евреем, и он не прятался. Да, он этого совершенно не скрывал. Он у нас один из лучших. Вы истовый иудей? Нет. Я не практикую религию. Я довел ее до идеала.